Здравствуйте. Сегодня я расскажу, как приготовить свою, ну, мою, то есть фирменную яичницу. Что для этого понадобится? Обязательно хлеб с георгиевской ленточкой с поздравлением ветеранов. Обязательно. Колбаса докторская, вообще любая. Ну, пусть здесь отдыхает. Ну и 2-3 яйца, тоже как вы хотите, мне, если честно... Без разницы. Дают тап на мол. Также понадобится заплесневелый натертый сыр. Обязательно из молока нубийских коз. Ну и еще масло, чтобы к сковороде не прилипало, не пригорало. Я выберу вот это. Чесночное. Ну все, готово, можно вот это вот накладывать. Выглядит очень аппетитно. Пахнет работой. Как будто наболевали мне туда. Ну, нужно еще на вкус оценить. Вкус пиздец, хуйня полная, блядь. Ладно. Спасибо, что посмотрели это видео. Никогда не делайте яичницу на улице. Спокойной ночи. Я вот говорю, я сейчас вот этой хуйни наемся. И завтра в школе обосрусь. Чекайте. Какое там число? 17 мая в пятницу 2019 года Александр Горнов обосрется в школе.